Зачем качать нефть, если можно качать деньги? Если темпы роста сохранятся. Деньги приходят в таких количествах, что мы их даже считать не успеваем. То через полтора месяца у Мамонтова будет четверть денежного оборота страны. Весь капитализм построен на индивидуальной жадности. И эти индивидуальные жадности борются друг с другом. Твоя с моей, моя с твоей. То есть МММ это такой аккумулятор жадности, да? Продается. У России есть уникальный шанс превратиться из сырьевого придатка Запада финансовый мировой центр. Сигнальный номер Коммерсанта. Вместо рекламы Мамонтов. Только вперед! Ты должен вдарить локомотивом. Имеют значение только частные вклады. Причем обязательно в разброс в течение недели, чтобы не вызывать подозрений. Но в день X мне от вас понадобится полная синхронность действий. А теперь ты меня послушай, Мамонтов. Война, значит. Провел успокоить.